Шалом, дорогие друзья! Еврейская мудрость говорит следующее. «Не говори на досуге «поучусь», потому что досуга может и не быть». И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце. Но Бог говорит, что человек, который сокрыл Его Слово в своем сердце, он получает благословение. И я верю, что у каждого из нас есть призвание – и Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести плод. Я верю, что это хорошее, благословенное время. To try and do something rather ambitious. Сегодня я попытаюсь сделать что-то такое амбициозное. Which is to give a survey of 2000 years of history. Мы проведем обзор 2000-летней истории. And in this first class. И в первом классе. To talk about the beginnings. Мы будем говорить о самом начале. This is all background to understanding the issues of revival, renewal. И это будет как предыстория к тому, чтобы понять пробуждение и обновление. Reform and restoration. И восстановление. Реформация, восстановление. Is it possible to write up on there? Возможно ли писать на доске? The words that you would use for revival. Те слова, которые ты будешь использовать для renewal, пробуждения, обновления, reform, реформации, and restoration. И восстановления. Пробуждение, обновление, реформация. Revival, renewal. Reform and last one. Restoration. Mm-hmm. Reform and restoration. Reform. Обновление. И восстановление, да. Да, реформация и восстановление. Because these are all connected ideas, but they're not all the same. Потому что это все идеи взаимосвязаны, но это не одно и то же. And they're all in some way involved in the work of the Holy Spirit. И все они каким-то образом взаимодействуют с работой Духа Святого. So, thank you. We will come back to those later. И позже мы возвратимся к этому. Now, at the beginning, the church was completely Jewish. И в начале истории церковь была полностью еврейской. The followers of Yeshua, the disciples, are all Jewish. Иешуа, ученики все евреи. And this is the situation we find in the first chapters of the Acts of the Apostles, the first 9 chapters. Как об этом сказано в первых 9 главах книги Деяний. And then gradually, this church that's all Jewish opens to those who are not Jewish, начала принимать не евреев, to the Гоим, and first with Cornelius, сначала все с Корнелия началось, Acts 10 and 11. Деяния 10 и 11. And Cornelius is described as a God-fearer. И Корнелий сказано, он был богобоязненным. Деяниях 10. And most scholars think that God-fearer was a term used for a particular category of people. И большинство теологов соглашаются, что богобоязненный термин такой относится к определенной группе людей. These were Gentiles, Goyim, who believed in the God of Israel. Это говорилось о гоимах, язычниках, которые верили в Бога Израиля. And they worshiped the God of Israel. И они поклонялись Богу Израиля. And they went to the synagogue. И они ходили в синагогу. And yet they
did not take the step of becoming Jews. Однако они не сделали этого последнего шага, они стали евреями. Circumcised. Они не были обрезаны. So they were not subject to the law of Moses, to the law. Поэтому они не подпадали под действием закона Моисеева. And of course, the people of Israel had always had an understanding of what was obligatory for morally, what was required of those who were not Jews. И, конечно, люди понимали, какие же требования предъявлялись к неевреям. They often spoke of the covenant with Noah. Часто эти требования называемые завет Ноев или законы Ноя. The first stage of opening to the Goyim was with Cornelius. Поэтому первая стадия, первый этап начался с Корнилия. But then there's the big opening up that happens to with complete pagans, people with no connection with Israel, with the Jewish people. Затем следующий этап это когда абсолютные язычники, безбожники, которые никакого отношения не имели к Богу Израиля. And this happens in Antioch. Это происходит в Антиохии, произошло в Антиохии. And we read about that in the last part of Acts chapter 11. И это написано в последней второй половине 11 главы Деяний. And so Antioch is the first place. Поэтому Антиохия это первое место. Community of believers, of disciples, где община верующих, is made up. There are Jews and there are goyim. Состояла уже из евреев и из гоим. Who have been converted to faith in God, the Father of Yeshua. Которые были обращены в веру, веру в Бога Отца Иешуа. And so, of course. Paul, the apostle Paul was in Antioch. И, конечно же, Павел, апостол Павел был в Антиохии. The mission to the nations led first by Barnabas and Paul. И миссия, которая была возложена для других народов на Варнаву и Павла. Goes out from Antioch. Вышла из Антиохии. So Antioch is the first place of the church of the one new man. Поэтому Антиохия это первое место одного первого нового человека. That Paul writes about in Ephesians. Павел написал в послании к Ефесянам. In Ephesians 2. Один новый человек в Ефесянам 2 главе. Where he speaks about Jew and Gentile being reconciled. Где он говорил о примирении евреев и язычников. In one body. В одном теле. Through the cross, через крест, and that they become, they are united. God destroys the wall of hostility, of enmity. Они объединены, и Бог разрушил преграду, стену враждебности между ними. This is what it says in Ephesians 2. Об этом сказано в Ефесянам 2 главе. And in fact, in Ephesians 2, it's very interesting to look at the contrast between verse 12 and verse 19. Кроме того, интересно посмотреть на контраст между 12-м и 19-м стихами в Ефесянам 2 главе. So, if you look at Ephesians 2:12, если вы откроете Ефесянам 2:12, you see that Paul describes the condition of the pagans, of the Gentiles, before their conversion. Павел говорит о состоянии язычников до их обращения. He says, "Remember that at that time you were separate from Christ, from Messiah." Помните, что вы были тогда отчуждены от Христа, от Мессии. Excluded from citizenship in Israel. Отчуждены от общества израильского. Foreigners to the covenants of the promise, чужды заветов обетования, without hope, не имели надежды, and without God in the world, и были безбожники в мире. And then it speaks about how
those who were far away, the Gentiles have been brought near through the blood of Yeshua. В язычниках, которые были далеки, и теперь они стали близкими через кровь Иешуа. 13 стихе. But it's then he comes in verse 19. И затем в 19 стихе he's writing to these converted Gentiles. Он обращается к этим обращенным язычникам. He'd spoken about their previous state before conversion in verse 12. Он говорил об их прежнем состоянии в 12 стихе до обращения. And now in verse 19 he tells them what their new condition is in Yeshua. И теперь в 19 стихе говорит о новом состоянии их в Иешуа. So he says, "You are now no longer foreigners and aliens." И теперь он говорит, вы более так вы уже не чужие и не пришельцы. But fellow citizens with God's people, но сограждане святыми свои Богу, and members of God's household, и сограждане святым свои Богу. And so, you see, the picture we have here is that the church is a renewed Israel. И здесь картину мы видим такую, церковь это обновленный Израиль. And we can understand many things in the New Testament in this light. И многое мы можем понять в Новом Завете в таком свете. For example, Jesus' choice of the 12. Например, избрание Иисусом 12. It's clear that Jesus chooses 12 disciples. Очевидно, что Иисус избирает 12 tribes of Israel. 12 учеников из 12 колен Израилевых. And there's passages in the New Testament that confirm this. И есть стихи в Новом Завете, которые подтверждают это. So the idea that the church is something completely different from Israel. Поэтому та идея, что церковь это что-то абсолютно отличающееся от Израиля, is not right. Неправильно. And the idea that for Jews to be saved, they have to be brought sort of out of Israel into the church, this is wrong. И также идея, что евреи, чтобы спастись, должны быть исключены из Израиля и быть присоединенными к церкви, тоже неверно. In fact, this picture that Paul's giving in Ephesians 2, и эта картина, которую мы видим в Ефесянам 2 главе, is the church is renewed Israel, то, что церковь — это обновленный Израиль, centered on Yeshua, окруженный вокруг Иешуа, либо центром является Иешуа. So the Jewish people have to be presented with Yeshua. Поэтому Иешуа нужно рассказать, передать евреям. And the Gentiles have to be brought into this renewed Israel. И язычники должны присоединиться к этому обновленному Израилю. So at the beginning, поэтому в начале, we have a picture that's like this. У нас была такая картина. We have Israel. Был Израиль. Here, and then we have it's very difficult to represent everything of God's plan in a diagram. Очень трудно выделить диаграмму, представить Божий план. So this doesn't explain everything. Поэтому это не все объяснит. But this circle is Israel. Этот круг, эта окружность, это Израиль. And so, but then there's part of this that believes in Yeshua. Затем часть, которая уверовала в Иешуа, в Израиле. So, but actually, of course, Yeshua is really in the center of Israel. Ну, конечно же, Иешуа находится в центре Израиля.
So this picture doesn't express that very well. Поэтому на этой картине мы это не увидим. But then we get the Gentiles who weren't part of Israel. Есть язычники, которые не были частью Израиля. Being brought in and connected with Israel. Они были соединены с Израилем. And so this becomes the church. И это становится церковью, этот круг. And this was the situation after Antioch, after the decisions of the apostles and elders of Jerusalem. И такая была ситуация после решения апостолов в Иерусалиме. That we read about in Acts 15. О чем мы читаем в Деянии 15 главе. And that was the situation around the years 52. И такая была ситуация примерно в 52-70 годах. In the first century after Yeshua. После Иешуа. Okay. Now, what we know that this situation did not last. Мы знаем, что так не продолжалось долго. But in some way, it's important to remember this expresses something of the heart of God. Но такая картина, такой образ выражает желание Бога, либо то, что в сердце Бога. It belongs to the nature of the church as the body of Yeshua. Если взять церковь как тело Иешуа. To be a union of Jew and Gentile. Это должно быть в церкви должно быть единство еврея и нееврея. This is what Paul says in Ephesians 2. Об этом Павел говорит в Ефесянам 2 главе. You get a similar teaching in Romans. И такое же учение мы можем найти в Римлянам 11 главе. Image. Где другой образ. In Romans 11 with image of olive tree. Там образ взят маслины. Now, this situation did not last. И такое положение дел долго не длилось. Why was this? Почему? What happened? Что произошло? Well, first of all, of course, the admission of the Gentiles, the decision at Jerusalem. Потому что по решению в Иерусалиме то, что было принято, the Holy Spirit, led. Paul, Shimon, and Yaakov. То, что Дух Святой вел Петра, Павла, Иакова, и они все были в единстве. So they come to united decision. И они пришли к общему согласию, общему решению. They know this is the work of the Holy Spirit. И они заметили, что это дело Духа Святого. They say. It has seemed good to the Holy Spirit and to us. И они сказали, что Дух Святой полагает это нужным, полагает это хорошим. Так и мы. This decision of Acts 15. И решение принято в Деянии 15 главе. Forms the basis for the right relationship. Формирует основание для правильного отношения. Between Jewish and Gentile believers in Yeshua. Верующими евреями и верующими неевреями в Иешуа. And I'll talk more about that later in the week. И позже об этом говорю, буду говорить. Okay. But what? So obviously this decision in Acts 15 would not have pleased some of the Jews. Конечно же, такое решение в Деянии 15 главе не очень понравилось некоторым евреям. And what we find is that towards the end of the first century, то, что мы видим, что к концу первого века, the believers in Yeshua, there's a decision of the rabbis in the land. Было такое решение принято раввинами в земле Израиля. The disciples of Yeshua from the synagogue. Исключать верующих в Иешуа из синагог. Now, sometime in some books, you read that the Jewish believers were all expelled from the synagogue towards the end of the first century. И в некоторой литературе даже можно найти упоминание, что все верующие в Иешуа евреи были изгнаны из всех синагог по концу первого века.
Actually, that's not accurate. В принципе, это не точно. What happened was there was a meeting of rabbis. То, что произошло, была встреча раввинов. In Yavne. Явне. Явне, and they made a decision. И они приняли решение. And but the rabbis at Yavne, the rabbis in the land who were there had no authority to make a decision for the whole Jewish people. Но у этих раввинов явно не было права принимать решения за всех евреев. They had no authority over the synagogues of the diaspora. У них не было власти над синагогами, находящимися в диаспоре. And so this decision was important one at Yavne. И поэтому это решение в Явне было важным. Because it did lead to Jewish believers being expelled from synagogues in the land. Потому что это таки привело к изгнанию, исключению евреев из синагог в самом Израиле. Even there are records of cases where believers, it seems, were not expelled from the synagogue. Даже есть записи такие, что в некоторых случаях евреев не изгоняли, не исключали. There's been a lot of study of this question of the relations between Jews and Christians at the beginning. И очень много провели исследований между взаимоотношениями между евреями и неевреями в самом начале. There's a lot of different opinions. Есть очень много разных мнений. But probably the majority opinion. И большинство мнений, которые существуют, is that this process of separation. Говорят, что это процесс разделения. It was a process over time. Что этот процесс ушло некоторое время. And it didn't happen everywhere at once. И этого не произошло повсеместно, повсюду за один раз или за какой-то один момент времени. The 150 years after Yeshua. Поэтому на протяжении последующих 150 лет после жизни Иешуа. Second century after Yeshua, уже во втором веке после Иешуа. There was an increasing separation. Увеличивалось разделение. But there were still places. Но также все еще были места. Where there were believers in the synagogue who had not been expelled. Когда были верующие евреи в синагогах, которых не исключали, не изгнали. Now, so the expulsion of the Jews from the synagogue, who were believers. Поэтому изгнание из синагог евреев, верующих евреев, в Иешуа. Produced this situation. Привело к такой ситуации. Here's Israel. Вот Израиль. And they've now cut off the Jewish believers. Которые отрезали верующих евреев от себя. But they're still part of the church. А те все еще оставались частью церкви. But this also was not to last long. Но и это тоже долго не длилось. And this process took even longer. И на этот процесс даже ушло больше времени. So there was never any one moment when it was decided that Jewish believers in Yeshua had to stop everything Jewish if they wanted to be part of the church. There wasn't one moment. Поэтому это не произошло за один момент. Это не было какое-то одно решение, так чтобы верующие евреи должны прекратить следовать еврейским традициям для того, чтобы следовать за Иешуа. Но так и произошло, так и было. So that by the fourth century, и уже к четвертому веку this was the practice, так и практиковали. Anyone who any Jew who wanted to become part of the church and profess faith publicly in Yeshua. Всякий, кто хотел стать частью церкви Иисуса и исповедовать веру публично в него. Stop all
Jewish practice. Он должен был отказаться от всех еврейских традиций. Have no more contact with the synagogue. Никаких контактов не иметь с синагогой. And in fact, the conclusion was, when you become a Christian, you are no longer a Jew. И приходили к такому выводу, что становитесь христианином, то вы перестаете быть евреем. Now, one of the messianic Jewish leaders, whom I know very well, have much contact with. Один из мессианских еврейских лидеров, которого я хорошо очень знаю. Dan Juster. Daniel Juster. I know he's taught here. Я знаю, что он здесь учил. Dan Juster. Yes. Okay. Well, Dan Juster says this was the one thing through all the centuries. Он говорит, что именно это стало причиной на протяжении всей истории. The church and the synagogue were agreed. В чем как и церковь, так и синагога согласились. Те и другие согласились. Невозможно быть евреем и христианином в одно и то же время. But this separation, whereby the Jewish believers in Jesus, затем верующие евреи в Иисуса, became separate from the synagogue, были отделены от синагог, and separate from the church, which the church of the nations, и отделены от церкви из неевреев. This situation was developing. И такая ситуация развивалась over 300 years. Наверное, 300 лет. But there isn't any one event that you can say this began that. Но не было ни одного события, благодаря которому мы могли бы сказать, что из этого события это привело к такой ситуации. Now, все развивалось постепенно. Why did that happen? Почему это произошло? Well, it seems that the two of the big events, two events that happened that had a big effect. Два основных события, которые очень сильно повлияли здесь. Это относится к истории Иерусалима. And particularly the capture of Jerusalem by the Romans, the recapture in the year 70. В частности, взятие Иерусалима римлянами в 70-м году. With the destruction of the temple. Также разрушение храма. And then the total the destruction of Israel of Jerusalem again in 135. И разрушение Иерусалима в 135 году потом. Both of these events in the year 70 and the year 135. Эти два события в 70 году и 135 годах. Were the consequence of Rome, of the armies of Rome suppressing Jewish rebellions. Стало последствием того, что римские войска подавили восстание евреев. Now, why did these events have effects on relations between Jews and Gentiles? И почему эти события повлияли на взаимоотношения между евреями и неевреями? First of all, many Jewish people thought that they saw these rebellions against Rome. Во-первых, многие евреи думали, они видели этот бунт, эти messianic terms. They saw them in messianic terms, that it was that this was connected with. Они видели этот бунт в мессианском ракурсе. То, что мессианские евреи приготовят путь для Мессии. Because they believed that when the Messiah came, the rule of the oppression of the pagans of Rome, in this case, would be ended. И верили, что когда придет Мессия, то в этом случае угнетение от римлян завершится. They saw this in that way.
The Jewish believers in Yeshua did not identify with this. Они отождествляли себя с этим. It seems the Jewish believers in Yeshua left Jerusalem before the year 70, many of them. Верующие евреи в Иешуа ушли из Иерусалима до 70-го года. Because of a prophecy they had received. Из-за пророчества, которое было дано им. And so this caused the Jewish believers to be suspect in the eyes of the Jewish nationalists. Можно сказать, это стало причиной подозрений еврейских верующих евреев в Иешуа со стороны евреев-националистов. But the Jewish rebellion that began in the year 132, но повстание евреев, которое началось в 132 году, the man who led it, человек, который вел это regarded повстание, himself as the Messiah. Сам назвал себя Мессией, провозгласил себя Мессией. And of course, the Jewish believers in Yeshua, и, конечно же, те, которые верили в Иешуа из евреев, knew that the Messiah is Yeshua, которые знали, что Мессия является Иешуа, они не могли этого принять. And this caused a further tension between the Jewish believers и это привело к еще дальнейшей напряженности между верующими в Иешуа many in the synagogue. И многими теми, кто был в синагоге. The other way in which these events of 70 and 135 influenced this. И как еще события 70-го, 135-го годов повлияли на их взаимоотношения? Was that the catastrophes, what happened to Jerusalem? То, что произошло с Иерусалимом. It seems it was interpreted in very different ways by the Jewish believers and by the Gentile believers. Видно, что по-другому, по-разному интерпретировали это верующие евреи, верующие неевреи в Иешуа. How did the Jewish believers in Yeshua understand the destruction of the temple in 70? Как верующие евреи интерпретировали разрушение храма? Flattening of the city, и полное уничтожение Иерусалима в 135 году. Полное уничтожение сравняли с землей Иерусалим в 135 году. We don't have records of how they understood it. У нас нет записи, как они это поняли. It's not hard to have a very good idea of how they would have understood it. Но не трудно догадаться, не трудно представить себе, как бы они, что бы они сказали. Because I think they would have understood it as the prophet Jeremiah. Потому что они бы поняли это как пророк Иеремия. Understood the destruction of the temple. Разрушение храма. By Nebuchadnezzar. Навуходоносором. Nebuchadnezzar. Царем Навуходоносором. And we find the model for this in the book of Jeremiah. Примером этому можем найти в книге Иеремии. Especially in the book of Lamentations. Особенно в книге Плач Иезекииля. And so they would have understood the destruction of Jerusalem. Поэтому они поняли, что разрушение Иерусалима как наказание for the sins, the rebellion of Israel. За грехи, за бунт Израиля. Against the God of the covenant. Против Бога завета. But they would not have understood it as God finally rejecting His people. Они не смотрели на это событие как на отвержение Богом своего народа. So the Gentiles, however, однако язычники, либо верующие из язычников, who didn't have the same love for the land and for Jerusalem, которые не любили таким же образом Израиль и Иерусалим, understood these events very differently. Они по-другому совсем поняли эти события. See, they, of course, all of them recalled the words of Jesus, the prophecy. Потому что все они помнили слова Иисуса, пророчество. That we find, for example, at the beginning of Matthew 24. Что мы можем, например, прочесть в начале Матфея 24 главы. When Jesus tells them, verse 2. Когда Иисус сказал во втором стихе. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down.
Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. So all of them, the Jews and the Gentiles, would have understood that what happened in 70 AD. Поэтому все они, как евреи, так и язычники, поняли. Was a fulfillment of this prophecy of Jesus. Это было исполнение пророчества Иисуса. But the Jews understood it as punishment. Но евреи поняли это как наказание. But not as final rejection. Но не как окончательное отвержение. Because they knew the God of the covenant was always faithful to his promises. Они знали, что Бог Завета всегда верен своим обетованиям. But the Gentiles interpreted it. Но язычники объясняли это. That God was finished with Israel. Так как Бог завершил свою работу с Израилем. And this contributed strongly to the emergence of replacement teaching. И это очень сильно вклад внесло, было вложение в теологию замещения. The idea that God has rejected the Jews, что Бог отверг евреев, that the Jews are not anymore God's chosen people, что евреи больше не являются его избранным народом, and that the church has taken the place of Israel. И то, что церковь заняла место Израиля. Now, this false idea it gained strength through this interpretation of what happened to Jerusalem. Очень сильно укрепилась благодаря тому, что произошло в Иерусалиме или с Иерусалимом. But the rejection of a Jewish part of the church, expression of the church, еврейской составляющей церкви, did not happen all at once. Не произошло за один раз. So, for example, just after the year 150, поэтому где-то в 150 году, Justin, who Иустин, was martyred in Rome, который был мучеником, убит в Риме, and who had been born in the land, in fact, и который был рожден в Израиле даже, he was not Jewish, и он не был евреем. He spoke about the Jews who believed in Yeshua, он говорил о евреях, верующих в Ишуа, and still observed the law as far as they could. И все еще соблюдающих закон настолько, сколько они могли это делать. He saw this as legitimate. И он видел это как вполне законное действие. But as sort of inferior, as though when they understand more, they'll stop doing that. Но в то же самое время он это видел как что-то низкая, потому что когда они начинают понимать больше, они будут прекращать заниматься прежним. So Justin was influenced by replacement thinking. Поэтому даже на Иустина повлияла теология замещения. But he hadn't come to the point of saying that these are not true believers. И он не дошел до такой точки, чтобы сказать, до такого момента, чтобы сказать, что это не настоящие верующие. And so this was an important step, but it was a step on the way to the situation that was common in the fourth century. И поэтому это был такой значительный переход либо шаг к будущему, и что потом будет видно в четвертом веке. Who believe in Jesus have to stop being Jewish. Когда уже будут говорить, что евреи, верящие в Ишуа, должны перестать быть евреями. That is, in fact, in exact opposite spirit to the decision of the apostles and elders in Acts 15. И это все произошло с абсолютной противоположностью решению апостолов в Деяниях 15 главе. How much longer do we have in this session? 10 minutes. Okay. Now, another element in the separation. Еще один элемент в разделении. Was connected with the observance of the feasts.
взаимосвязан с праздниками. And particularly the date of the celebration of Pesach, or the celebration of the death and resurrection of Yeshua. И в частности празднование Песаха, празднование смерти и воскресения Иешуа. Now, here again, I find quite a number of books say things that are not accurate. И здесь тоже я много книг встречал, где неточности. Probably what I'm going to tell you, you may not have heard before. Поэтому, возможно, то, что я скажу вам, расскажу вам, вы раньше не слышали. You see, by the middle of the second century, и к середине второго века, the Gentile Christians, неверующие, верующие не евреи, had different practices for the celebration. For choosing the date when they celebrated the resurrection of Yeshua. Либо верующие из язычников, у них были различные практики, либо то, как они избирали день для празднования воскресения Иешуа. There were on the whole the Christians of Asia Minor. Если взять христиан, which is present day Turkey. Средней Азии, что сейчас в настоящее время это Турция. They followed the Jewish calendar. Следовали еврейскому календарю. And celebrated the resurrection the third day. И не отмечали воскресение на третий день. На третий день после Песаха. A lot of the church, и большее большинство церкви, однако, celebrated the resurrection of Jesus. Праздновали воскресение Иисуса. On the first day of the week. В первый день недели. Now, so the original difference here was not a rejection of Jewish patterns. Поэтому первоначально почему эта разница была? Это не было из-за. This was not the motivation of it. Это не было из-за отвержения еврейских традиций, еврейских праздников, той модели, какую следовали евреи. This difference originally arose because Pesach doesn't fall on the same day of the week every year. Это does follow. Does not. Потому что Pesach, sometimes Pesach it is on a Monday, sometimes иногда it's a Wednesday, выпадает sometimes it's на понедельник, иногда на пятницу, другие дни не следуют какому-то определенному. Now, in the year that Jesus died, и в тот день, когда умер Иисус, the third day was the first day of the week. Третий день выпал на первый день недели. It says in the scriptures. Как сказано в Писании. Okay. And so the original difference. Поэтому первоначальное отличие. The Christians, some keeping the third day after Pesach. Некоторые все еще праздновали на третий день от Песаха. And others on the first day of the week following Pesach. А другие продолжали следовать первый день недели после Песаха на той неделе. This difference originally occurred. Это такое отличие. For two reasons. Отличие появилось, разница между разными людьми, как они праздновали, по двум причинам. One is that Pesach doesn't happen on the same day of the week every year. Первое это, что каждый год Песах в разные дни выпадает. But the other reason was причина, the importance of the first day of the week. Это важность первого дня недели. Biblically and библейски. Because the first, they also spoke of the eighth day. Также они говорили еще о восьмом дне. First day and the eighth day. О первом дне и восьмом дне. This connects the resurrection of Jesus with the creation. Они таким образом связывали, взаимосвязывали воскресение Иисуса с творением. And see, the eighth day was a symbol of the completion. И восьмой день это как символ завершения всего. And so there was a meaning to this phrase, the first day of the week. Поэтому такой смысл был в этой фразе первый день недели. And this it's all linked also to Jesus to Yeshua being the firstborn from the dead. Также они взаимосвязывали это с тем, что Иисус первенец из мертвых.
So these were the reasons why it was originally celebrated on the resurrection. On many Christians celebrated it on the first day of the week following Pesach. Поэтому по таким причинам многие христиане тогда праздновали воскресение на Иисуса на первый день, первый день недели. In other words, this difference of the celebration of the day of the resurrection. И эти отличия в отличия в днях празднования. It was not originally caused by replacement thinking. Это первоначально не было, этому не способствовала теология замещения первоначально. But later. Но позже. When you see the decision that it was not allowed to celebrate the resurrection anymore on the third day after Pesach. Но потом уже, когда приняли решение, что невозможно праздновать воскресение на какой-то другой день. That decision was made in the year 325. Это приняли решение в 325 году. You'll find it said somewhere this was made by the bishops at the Council of Nicaea. И это решили епископы на Никейском соборе. Actually, this was a decision of the emperor. И в принципе это решение принял сам император Константин. But the bishops did not oppose it. Но епископы не противостояли этому, не противились. But in the record of the decisions of the Council of Nicaea. И запись того собора в Никее. No mention of the date of Easter, of the resurrection. There's no mention of that. Нет. In the records of the Council of Nicaea. Упоминания нету записи дня Пасхи. But the emperor decided it. Но император решил. And the emperor, in the reasons he gave, were very anti-Semitic. И император так решил, и его причины были очень антисемитскими. And the reasons the emperor gave were for total separation of everything Christian from everything Jewish. И причины, которые дал сам император, были чтобы отделиться от всего еврейского. And the acceptance of the emperor's decision. И приняли они решение императора. In effect, made it impossible for Jewish believers to continue within who followed the date of Pesach, so to continue within the communion with the Gentile Church. Таким образом, это стало невозможным для тех евреев, которые следовали образцу Пасхи еврейской, третьего дня после Пасхи, невозможно праздновать по-другому, как они празднуют. And in fact, it was the influence of Constantine and then the close connection between church and empire. Затем взаимосвязь близкая между церковью и императором. That began to lead to the situation of Jews getting worse. Привело к тому, что для евреев все стало становиться еще хуже. And the beginning of restrictions on the Jews. Стали появляться ограничения для евреев. That had not existed under the pagan emperors. Которых не было раньше, когда были императоры язычники простые. Okay. Does anyone have a question? Есть ли у вас вопросы? Каком еврейском? Who was present on council in Nicaea? There were 318 bishops. Там было 318 епископов в церкви. There were
Более чем 300 человек. 18 из них described as coming from Palestine. 18 из тех человек сказано, что они прибыли из Палестины. Leader of the Jewish believers. Но не было лидера, который бы представлял верующих евреев. And you see, we don't have very certain information. У нас нету точной информации. About groups of Jewish believers in Yeshua at that time. О группах верующих евреев того времени. This is partly because somebody said history is written by the victors, by the winners. И частично это из-за того, как говорят, что история написана победителями. And so there's not many records that survive of writings and evidence from the Jewish communities of записях о существовании еврейских общин верующих евреев в Ишуа. But there's a lot of study of this. Много проводят изучение этой темы, исследований. There's a big 500-page book that came out in English about 3 years ago. Где-то 3 года назад была издана книга по этой теме на 500 страниц. Studies all the evidence they could find about Jewish believers in the first 500 years after Yeshua. Что они сделали там, исследовали все доказательства упоминания о верующих евреев в первые 500 лет после Ишуа. And some of what they write is certain. То, что они говорят, это точно можно сказать. But a lot of what they write, the evidence is uncertain. Но многие другие доказательства, они такие неясные, размытые. Uncertain whether these believers were Jewish or not. Не точно ясно, and, были ли то верующие в евреи, либо не евреи. So, you know, we don't know for certain how many Jewish communities of believers in Yeshua there were at that time. Поэтому мы точно не знаем, сколько было тогда верующих евреев в Ишуа, сколько было общин таких. But it seems that communities of Jewish believers складывается ощущение, lasted longest. Общины из верующих евреев долгое время существовали. In places in the land and как в самом Израиле, and in present-day Syria. Так и в современной Сирии, то, что сейчас мы знаем Сирия, в той местности. But there were no representatives from this community at this council in Nicaea. Но не было никаких представителей от этих общин на этом Никейском соборе. Okay, so we take a break now. Сейчас мы сделаем перерыв. Nations began to it developed itself around three main centers. И получается, церковь, которая из язычников, развивалась в трех основных центрах. Rome, в Риме, Alexandria, в Александрии, and Antioch. И Антиохия. And each of these, the leader of these churches came to be known as patriarch. И лидеры тех церквей, они известны как отцы церкви. And so around the time of when Constantine officially became a Christian, the emperor. Примерно в то время, когда Константин император стал официально христианином. In the beginning of the 4th century. В начале 4 века. There were these three centers. Там были эти три главных центра, три главных города. And in effect, Rome was represented
the north side of the Mediterranean then. И тогда Римлян представлял северную часть Средиземноморья тогда. Alexandria the south side. Александрия это южная часть. Antioch everything going east. Антиохия это все, что было направлено на восток. But later two more patriarchates were added to the three. И затем еще прибавилось два патриарха или два еще города. Constantinople. Константинополь. Because Constantine moved residence of the emperor to the new city he named after himself. Потому что Константин резиденцию свою переместил on туда. On the Bosphorus. Где Босфор находится. Constantinople. И он назвал в честь себя. Today's Istanbul. Сейчас это Стамбул. And the other one was Jerusalem. И второй центр это был Иерусалим. Because of its historic links with Jesus. Потому что из-за его исторических связей с Иисусом. Not at this time because of its links with the Jewish people. Не наше время, потому что сейчас. Because by this time there was this, it was assumed that Christianity and Israel were totally separate. И сейчас как бы предпала ссылка такая, что Израиль и Церковь абсолютно разделены, отделены друг от друга. Now, it was in the fifth century. И в пятом веке. Well, the fourth and fifth centuries. Либо в четвертом-пятом веках. There were a series of church councils. Было несколько церковных соборов. And these determined the Christian teaching. На которых они определили христианское учение. On the person of Jesus. По поводу личности Иисуса. On the incarnation. По поводу воплощения Его. The Word becoming flesh. Что значит слово стало плотью? And on the teaching on the Trinity. И по поводу учения Троицы. The one God is Father, Son, and Holy Spirit. Один Бог, Отец, Сын и Дух Святой. It's very important to remember here that the teaching was this was not a rejection of the oneness of God. И очень важно помнить, что это не было отвержение. From the Old Testament. Единственности Бога. So, что есть в Ветхом Завете. Creed, но вот эти символы веры, которые были там введены, then, тогда были созданы. Says, I believe там было сказано, я верю God, в одного Бога. Then it says Father, Son, and Holy Spirit. А потом перечисление идет Отец, Сын и Дух Святой. But it begins with I believe in one God. Оно начиналось, символ начинался с я верю в одного Бога, единого Бога. But there were big debates. Также проходило много дебатов. About the relationship between Jesus as Son of God. По теме такой, что Иисус Сын Божий. Jesus as man. И также Иисус человек. And but the basic decisions that were made in the fourth and fifth centuries. И основные решения, которые они приняли в четвертом-пятом веках. Have formed the whole the big majority of Christian churches through the centuries have accepted these this formulation. И большинство церквей тех веков приняли эти постановления, эти решения. So in the year 451, поэтому в 451 году the Council of Chalcedon, на Халкидонском соборе, which is near Constantinople, что near Istanbul, находится недалеко от Константинополя, this taught that Jesus
is both true God and true man. Они пришли к заключению, что Иисус есть абсолютный Бог и абсолютный человек. It taught that was total unity in Jesus. Также они учили абсолютному единству в Иисусе. There was no confusion between the two natures, the divine and the human. И что нет никакой разницы между двумя его природами, никакого противоречия между человеческой природой и божественной природой. Это очень важное учение. Because it makes clear that Jesus is not a kind of half God. Потому что это ясно показывает на то, что Бог не Иисус не наполовину Бог. He's not somewhere halfway between God and man. Что Иисус не является наполовину Богом, но наполовину человеком. And not really divine, and not fully human. Что можно сказать? Он не полностью человек и не полностью Бог. See, and this is expressing in a formula what was taught, I think, through the New Testament. И я думаю, что это даже было проявлено в том, что чему учили в Новом Завете. By Paul in Philippians 2, Павел обращался к Филиппийцам в 2 главе, where he speaks of Jesus emptying himself. Где он говорил о Иисусе. Though he was divine, it says in Philippians 2, he did not consider Вторая глава. Says, being in very nature God, verse 6, в шестом стихе, будучи образом Божиим, did not consider equality with God something to be grasped, не почитал хищением быть равным Богу, but made himself nothing, но учижил себя самого, taking the very nature of a servant, приняв образ раба, being made in human likeness, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Now, sometimes Messianic Jews are suspicious of these church councils. Иногда мессианские евреи с подозрением относятся к этим церковным соборам. Because they had by then it was assumed that God had rejected Israel. Потому что к тому времени уже предпосылка такая была, что Бог отверг Израиль. But for example, Dan Juster, например, Даниил Джастер, о котором я уже упоминал, he does not teach that. He says these the teaching of these councils about Jesus, about the Trinity, was very important. Говорит, что эти символы веры, которые были приняты на тех соборах об Иисусе, очень важны. And he does not regard that as anti-Jewish. И он не считает, что те символы веры являются антиеврейскими. But now there's many questions here. I'm just trying to give a quick survey of important developments. Я просто пытаюсь предоставить этот краткий обзор. But it was at the time of these councils in the 5th century. Также было время этих соборов в 5 веке. That there were some divisions. Что были некоторые разделения. In the church that в церкви. Have often been forgotten. И что часто забывали. Because the communities that broke away, потому что те общины, которые отделились, have not been so central in Christian and world history. Не занимали центральное положение в христианской истории. But it was at this time that the churches of Iraq, именно в это время, все церкви, которые сейчас, которые находились тогда на территории современного Ирака или Армении, Egypt, или Египта, and later linked with Egypt, Ethiopia,
и Ефиопии, broke away. Они отделились. And so these churches, the church, the Armenian church, и армянская церковь, and the Assyrian church, ассирийская церковь, Iraq, в Ираке что? And the Coptic church of Egypt, коптская церковь, которая в Египте, even today are not in communion, даже до наших дней они не общаются, with the Orthodox churches, с православными церквями, of Constantinople, из Константинополя, Moscow, московскими церквями и так далее. Now, it's very the reasons given for these divisions. И даны причины этим разделениям. Were that were to do with doctrine. Again. They were to do with doctrine. Все это было взаимосвязано с доктринами. So they did not like the formulations of these councils. Им не нравились эти формулировки этих соборов. But what, in fact, just in the last 30 years. Но кроме того, взять последние 30 лет. There have been discussions. Проходили дискуссии between Rome, между Римом, and also between the Orthodox, также между православными, and these churches, и этими церквями, отделившимися, on the question of faith in Jesus and, по вопросу веры в Иисуса, and they have come to agreement. И они пришли к согласию. It hasn't led to an end to the separations. Это не привело к окончанию разделения. But what has been shown is the original reasons given. Но показано, что первоначальные причины разделения были, you know, they were based on misunderstandings. Были основаны на непониманиях, недопониманиях. And the biggest factor was one of culture and language. И самый большой фактор — это культура и язык. This is a very important point for understanding questions about unity and division. Важно понять, особенно в контексте единства и разделения. You see, it's this question of authentic faith. И возникает этот вопрос подлинной веры, being expressed in a different language and culture, которая проявляется, которая выражается в другой культуре, на другом языке, from the language and culture which it comes from. А не в той культуре, не на том языке, откуда первоначально она родом. Now, in fact, the churches that broke away, и церковь, которая отделилась, кроме того, the people there were not Greek speaking. И люди тех церквей не говорили на греческом, не говорили на латыни. Они были сирийцы, говорили на сирийском. These languages don't have the same concepts. И в тех языках нету тех же самых концепций. And so I think what the studies today are showing is, и то, что обнаружили в наши дни, that often these divisions are caused, часто те разделения, причинами этих разделений были, by a failure to translate, не были, or to accept, провалом перевода либо неправильным переводом, a real translation of living faith into a different culture and language. Либо попытка перевести, либо передать живую веру в другой культуре. I'm just doing a very quick survey now because that's all there's time for. Быстро все это мы проходим по этим темам. Now, you see, when Constantine officially became a Christian. И когда Константин сам официально стал христианином, the Christian faith became popular. Христианская вера стала популярной.
And so you got many people entering the church. Поэтому очень много людей присоединялось к церкви. Were never properly evangelized. Которых неправильно евангелизировали и неправильно научили. So before the time of Constantine. До времени Константина. When it was dangerous to be a Christian. Было опасно быть христианином. And you could be arrested and put to death. Можно было быть арестованным, убитым. There was a seriousness of faith. There was a seriousness of faith. Вера была серьезным делом. But now, when it became popular to be a Christian. Но теперь, когда стало популярным быть христианином. This had the emperor's favor. И тем более император к этому благоволит. Возникает ситуация, что члены церкви не обладают никакой глубиной обращения и верой, никакой глубиной веры. What happened is this process got developed. Интересно, этот процесс развивался. It was the time of the beginning of monasticism. Это стало началом монастицизма. And monasticism as a way of life. Монастицизм как способ жизни. Of people making a total commitment to Jesus. И когда люди абсолютно посвящают свою жизнь Иисусу. And this took the form of them renouncing marriage. И к чему это привело? Это привело к отвержению брака. Renouncing property. Отвержению собственности. And now, you know, there's many questions here which I'm not going to discuss all sorts of issues here, but также есть множество вопросов в этой теме, и мы не будем обсуждать. Clear is this was a very important development, became a very important development in the life of the church. Но что это очень сильно повлияло на жизнь церкви. Because in the life of the Western Church, в жизни Западной церкви, organized around Rome, которая сконцентрировалась в Риме, центр которой был в Риме. And the Eastern Church organized more around Constantinople. И Восточная церковь, центр которой находился в Константинополе. It was the monks who played a major role. И основную роль сыграли. Major role in evangelization. Основная роль в евангелизации. A major role in the shaping of worship. И основная роль в формировании стиля поклонения. And a major role in preserving the scriptures. И основные способы сохранения писаний. Because it was in the monasteries that the biblical texts were copied. Монастыри стали этим средством, потому что в монастырях копировались писания и изучались. And in the Eastern churches today, the Orthodox churches. Это было в Западной церкви. Если взять Восточную церковь, сейчас православная. Tradition grew that all the bishops were chosen from the monks. Развилась такая традиция, что всех епископов избирали из монахов. До сих пор эта традиция сохраняется. In the West, it was different. На Западе все было по-другому. That was never the tradition of the West. Это никогда не была традиция Запада. Although there were significant bishops who were monks. Хотя и очень такие известные епископы были монахами. Now, with the beginning of monasteries. И с началом распространения монастырей. You can see something that, in one way, is a renewal movement. И что-то можно увидеть, как бы движение обновления. I'm going to explain more what I mean and what
Я объясню, что подразумевается под термином обновления и пробуждения. But what I'm going to explain in more detail later. И что я больше детально объясню позже. Is that the term revival? Это термин пробуждения. Refers more to personal conversion. Пробуждение более относится к личному обращению. To the work of the Holy Spirit in each believer. И относится к работе Духа Святого в каждом верующем индивидуально. Whereas renewal, в то время как обновление, includes something of this, but включает и эти все составляющие. Of a concern for a renewal of what exists already. Но это больше относится к тому, чтобы обновить то, что уже существовало, то, что уже существует. Обновление в том, что уже существует. You see, so that now also the word reform. Также слово реформация. Reform. This word, of course, came to be used at the Protestant Reformation. Конечно же, это происходило во время протестантской реформации. For understanding what the Protestant reformers wanted to do. И это ключевое слово в том, чтобы понять, чего хотела добиться протестантская реформация. And so the focus with reform. И фокус реформации вот в чем. Was on correcting abuses. Это избавиться от злоупотреблений, исправить злоупотребления. Getting rid of corruption. Избавиться от коррупции. And of establishing everything on right principles. И установить все на правильных принципах. So that's a different focus from revival. Поэтому смысл реформации другой, чем пробуждение. From renewal. Смысл реформации отличается от смысла обновления. Другой фокус. So, but the monastic movement. И монастическое движение. See, this introduces this idea of movements in the church. И сейчас как бы мы переходим к этой идее движений в церквях. Movements like this, spiritual movements, are very important. Движения, как духовные движения, очень важны. Because by movement we mean something that's impacting many people. Потому что когда мы говорим движение, то подразумеваем, что это влияет много людей. People are swept up into something. Что людей сметает куда-то в каком-то направлении. Что люди приходят в радость из-за какого-то нового направления. A new emphasis. Нового акцента. And so there always from this early time movements in the church. Потому даже с тех ранних времен в ранней церкви движения в ранней церкви. And the monastic development of monastic life is really one of the first movements. И развитие монашество на самом деле было одним из движений. And in this we see the pattern of many future movements. И в этом мы даже видим, как происходят все последующие движения. So, for example, например, we see that there's something that begins in one or two places. Мы видим что-то, что начинается в нескольких местах, одном, двух. And then followers, people start to join. Потом присоединяются люди, пионеры, последователи. And then more and more people come. Затем больше и больше людей присоединяется. And it spreads to other parts of the world. Затем это распространяется в другие народы, в другие части мира. And when these movements begin, they're not organized or planned from. Когда те движения начинались, они не были организованы, они не были спланированы. Они не были спланированы императором. There's something spontaneous about them. Но спонтанность в них была. This is, I think, where we see in the church movements of the Spirit.
И также, думаю, также мы видим в церкви движение Духа Святого. So if you want to see what the Holy Spirit was doing through the centuries. И если вы хотите посмотреть, что Дух Святой делал на протяжении веков. A good place to start is the movements. То хорошо начать с движений пробуждения. Now some movements are more important than other movements. Некоторые движения более важны, чем другие. And some movements develop in a more healthy way than other movements. Некоторые движения здоровым образом развивались, чем другие. Okay, but that's another question. Более здоровыми были. Now, in fact, I mentioned that, you know, in the west of Europe. И как я упомянул, в Западной Европе. The monks played a huge role. Монархи огромную роль играли. In developing education. В развитии системы образования. See, education wasn't originally promoted by governments. Вы знаете, что первоначально правительство. It began around the monasteries. Это монахи продвигали образование, но не императоры и не цари, не короли. And the monks also, many of them traveled a lot. You find a lot of the founders of the key figures at the beginning of the church in many Western European countries. Многие монахи путешествовали, и они были ключевыми людьми в системе образования. Okay, now I should just mention briefly that, you know, there was then this division between the Orthodox and the Catholics. И как я хочу упомянуть кратко разделение между католиками и православными. And the date normally given for this is 1054. Обычно дают такую дату. Это в 1054 году произошло. In fact, it had been. A separation had been developing for a time. Но если сказать, в действительности это разделение происходило на протяжении времени некоторого. So 1054 was an important event in what was in fact a process. Поэтому 1054 год это стал важной датой в том, что было уже процессом. But there were many reasons for this separation. Есть множество причин этого разделения. Caused it to happen. Или же что стало причиной этого разделения? One of them were difficulties of communication. Одна из этих причин это трудности в общении. They did not have internet. У них не было интернета. Or telephone. Или телефонов. And so. Everything happened by letters. Поэтому вся коммуникация была через письма, которые, возможно, доходили несколько месяцев. To travel from the writer to the recipient. Автора к тому к адресату. Now, also the East and the West. Также, если взять Восток и Запад. Had been developing. Они развивались. In different ways. По-разному. Because there wasn't enough contact between them. Потому что не было достаточно контакта между Западом и Востоком. This history shows us the importance of real fellowship. И из этой истории мы видим важность настоящего общения. Because when you get groups that of believers who are separated geographically. Потому что когда есть группы верующих, которые разделенные географически, то они по отдельности начинают развивать разные традиции и делать разные вещи по-разному. И затем, когда они вместе встречаются, у них возникают проблемы из-за этих отличий. И каждый думает, у этих людей нет настоящей веры. Now, in fact, the East was the Orthodox world was always more synodical.
Sobornost. You know, they had a more corporate way of dealing with things. И если взять восточную церковь, если взять православный мир, то они более синодальные такие, либо они все делали корпоративно. So this is still true in the Orthodox Church today. Это все также относится, все еще относится к православной церкви сегодня. So in all the different Orthodox churches. Даже все эти разные православные церкви, российская православная, Грека православная, Romania and so on. Румыния православная, которая. They have a patriarch. У них есть патриархи. But the patriarch does not make decisions on his own. Патриарх у них есть, но который не принимает сам решения. In the West, на Западе, in the Catholic Church, в католической церкви, Pope in Rome does make decisions on his own. В Риме может сам принимать решения по себе. If he's wise, he gets advice. Если он мудрый, то он будет прислушиваться к совету. In the Orthodox Church, православной церкви, patriarch does not make decisions on his own. Патриарх не принимает свое собственное решение. He leads the synod of bishops. Но он ведет синод, собрание епископов. И принимается корпоративное решение. So in the Orthodox Church, all the new bishops are appointed by the synod. Поэтому в православной церкви всех епископов назначает синод либо собрание. А на Западе наоборот. Видите эти различные стили, способы управления. Там и там. На Западе. You know, the genius of Rome was always law and order. В Риме всегда был закон и порядок. And also in the West there was a certain sobriety. You know what that word means? Sobriety, soberness. Subordination, no. No, no. It means less exuberant, less not excitable. The East was more poetic and more mystical. Восток был всегда более поэтичным, более мистическим. The West was more down to earth. Запад всегда был приземленным, более простым. There were big differences like this. Это большая разница, which are partly cultural, которая частично культурная из-за культуры. But there's also spiritual strengths that are associated with them. Но также есть некоторые духовные сильные стороны в каждом из них и духовные слабости в каждой из этих сторон. But there was a whole difference. Но из-за всей этой разницы. Of course, officially there was a disagreement between the Catholics and the Orthodox. И, конечно, официально существовали разногласия между католиками и православными. About the the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. По поводу того, кто такой есть Отец, Сын и Дух Святой. Because the Orthodox said that the Holy Spirit comes from is sent by the Father and the Son. Потому что. Sorry. Sorry, that's the West. The West said the Orthodox, the Holy Spirit is sent by the Father and the Son. Западная церковь говорила, что Дух Святой посылается Отцом и Сыном. And the East emphasized the total origin, emphasized the Father. А восточная церковь делала акцент на Отце. And the Father sends the Son and the Spirit. Отец посылает и того, и другого. Посылает и Сына, и Духа. Today there's quite a lot of people who are seeing a way through these differences. But you see what is true. И то, что правда, the Orthodox Church tradition православная традиция has given a bigger place to the Holy Spirit. В православной традиции дано больше места Духу Святому, чем в Западе, чем в западной традиции. It's one of the criticisms
of the Catholics by the Orthodox. И это одна из критик, или же как критикуют православные католиков. That the Catholics are too legalistic. Обвиняют православных католиков в легализме. Want to have everything in logical order. И то, что те хотят все логически выстроить. And don't allow enough place to the Holy Spirit. И не дают достаточно места Духу Святому. Now in the West. На Западе. In the Middle Ages, there were a whole series of renewal movements. В средневековье произошла целая серия движений обновления. There were also renewal currents in the Orthodox Church. Также были движения обновления в православной церкви. In fact, I'm more familiar with the renewal movements in the Western Church. Я более знаком с движениями обновления в Западной церкви. Because that's where I come from. Потому что это откуда я сам пришел. What has shaped so much of Western Christianity? И это то, что так сильно сформировало западное христианство, как католиков, так и протестантов. Now, in the West, the besides the monks. И на Западе, помимо монахов, были некоторые монахи, жившие изолированно. Но в основном они жили общинами в монастырях. Even though people would go out to start other monasteries, хотя некоторые люди шли, чтобы начинать новые монастыри, go out to evangelize, шли, чтобы евангелизировать. But then something new began in the 13th century. Затем началось что-то новое в 13 веке. Which were the people called in the West the friars? The Franciscans and the Dominicans. Это францисканцы, доминиканцы. Particularly. В частности, на Западе. And with what you have here, for the first, you have traveling preachers. И то, что появляется впервые, путешествующие проповедники. You know, this is an example of something new starting. Это тоже пример чего-то нового. And we'll see more of this when we. Get a bit further on in the. И мы даже больше увидим это, как дальше история будет продвигаться. You see, the church gets organized in a way that everybody assumes this is the way everything happens. И видите ли, что церковь так организована, что каждый думает, вот как все должно происходить. And so, by in the West, by this time in the by the year 1200. И поэтому на Западе, уже, наверное, к 12 веку, you get a system of parish churches. Churches organized according to parishes. The churches with a local churches with a congregation who go to their village church. Получается, образуются церкви на Западе в разных местах, как по принципу прихода, то есть каждое село, в нем церковь, туда все ходят. And then you also have the monasteries. И затем также были монастыри. Which were special places built as a center of community of monks. Специальные места, отведенные для монахов. But in the 13th century you get something new appears. Но потом 13 век приходит. That wasn't happening before in this way. Начинается что-то другое, что-то новое, чего раньше не было. New communities formed. Новые формы общин появляются. But whose aim is to go out and to be traveling preachers. Это цель их в том, чтобы путешествовать и проповедовать. And this is a new type of renewal movement. Это был новый вид движения обновления. Because they are concerned, they are what they see is the level of church life in the towns and the villages. Потому что они видели эту церковную жизнь в городках, в селениях. They see this is often weak. И часто они видели это слабо, слишком. And the people need inspiration. И людям нужно вдохновение. They need teaching. Им нужно учение. And so you get these new groups. Поэтому появились новые группы. That begin, and you see these spread over
Western Europe with amazing speed. И такое движение распространилось по Западной Европе с огромной скоростью. Francis began in Italy. Франциск начал в Италии. Assisi. А Франциск Ассизский в Италии начал это. You know, in the between the 1210 and he died in 1226. Он начал в 1210 году и умер в 1226. Within 15 or 20 years, his followers were everywhere in Western Europe. За 15 лет его последователи уже находились везде по Западной Европе. And huge numbers of them. В огромных количествах. It was an amazing movement that had a huge impact. Это было изумительное движение, большое влияние оказало. Now, what characterizes this kind of movement as a renewal movement? Почему можем сказать, что это движение было движением обновления? There is a concern for conversion of people. Потому что они были обеспокоены обращением людей. There is a preaching of the gospel. И что они проповедовали Евангелие. But there is also a concern about the level of church life. Они были обеспокоены качеством церковной жизни. There's a concern to transform the life of church communities. Они были обеспокоены трансформацией жизни общины. And for me, this is one of the characteristics of what I'm calling a renewal movement. Я думаю, что это одна из качеств, характеристик движения обновления, я его называю. A renewal movement. Движение обновления. Is concerned with. Обеспокоенность верой людей, and coming to deeper faith, а также прихода к более глубокой вере, вере. But it also has this concern, но также у них была обеспокоенность for, in effect, renewal of the church. Обновлением церкви. And so it is to revive, it's to renew spiritual life. Поэтому оно было ориентировано на обновление духовной жизни. It's to renew the church. И на обновление церкви. And this is something that is a characteristic of this kind of movement. И вот каково качество такого движения. I think but we'll see other examples of new movements. Мы увидим и другие примеры других движений. Because there seems to have been a multiplication of movements. Потому что as time goes on. Вы увидите, что происходит увеличение движений с течением времени. You see the notion of revivals doesn't really begin until the 1700s. И вы также увидите, что факты о пробуждениях не были до начала 17 века. Я объясню это на следующем занятии. Okay. I think that's it. We'll see if we can have time for questions. Вопросы есть какие-то? Later. Will you talk about movements which were in Orthodox Church? Well, do you know something about movements in the Orthodox Church? Ты знаешь что-то о движениях православных церкви? A little. Yes, there were always movements in the Orthodox Church. Там всегда были движения православной церкви. One of the differences of the Orthodox from the Catholic. Одно из отличий православия от католицизма. Was that the Orthodox, the monks played in some ways an even bigger part in the life of the Orthodox Church. В некоторой степени монахи играли даже более важную роль в жизни православия.
As I've said, bishops were chosen from the monks always. Как я сказал, что всегда из монахов избирали епископов. But the Orthodox Church never had the equivalent of Franciscans, for example. Но в православии никогда не было таких эквивалентов францисканцев. And recognized group within the church. Которые бы признали внутри церкви такую группу подобную, которую бы признали. And so one of the effects of the organization of the Franciscans or the patterns in the West. И одно из влияний, которое как повлияли францисканцы на Западе. As I said, spread very quickly through all of Western Europe. Как я сказала, они очень быстро распространились во всей Западной Европе. In the Orthodox Church. В православии. And this is partly due to their different structures. И из-за этого сейчас другие структуры там существуют. I think the movements were more local. Я думаю, что движения там были более локальными. So you find different currents in Russia. Поэтому в России были другие движения. From Romania. И они отличались от Румынии, от Греции, какие там были движения. Now, of course, also the Orthodox Church has been more affected by its the whole expansion of Islam. Также на православие повлияло распространение ислама. So you get, you know, the whole patriarchate of Antioch from the early times. Антиохия еще в первых веках. This the area covered by Antioch became largely Muslim. И взять антиохийскую церковь и влияние, которое они оказывали церкви там, эта территория была завоевана мусульманами. Later the Ottoman Empire. И позже была Османская империя. Spread into the whole of Greece and. Османская турецкая империя, которая распространилась в Греции, в Сербии, на наших территориях. And so this. A lot of the, well, his, all that part of the Orthodox Church. И эта часть православной церкви, которая тут. Has known much more persecution. Было намного больше гонений, чем на Западе. And this produces different patterns. И это привело к определенным моделям. Потому что гонения очищают веру. And so the situation of persecution. Ситуация, когда существуют гонения, is one that, you know, if people are going to be Christians, если люди хотят быть христианами, they ought to be willing to suffer for it. То они должны желать страдать за веру. And then, you know, this is itself a renewing thing. И вы знаете, что это само по себе уже является обновлением. So the situation of persecution и ситуация, когда изгонение produces fewer church members, производит мало членов церкви, but more really committed church members, мало членов церкви, но больше посвященных членов церкви, deep purity of faith, с глубокой верой, чистотой веры. Okay. The Protestant Reformation. Сейчас мы поговорим о процессе восстановления. And of course the Orthodox Church sees the Protestant Reformation as a Western phenomenon. Конечно, ортодоксальная православная церковь видит это как феномен Запада. Doesn't see it as part of their history at all. Они не рассматривают это как часть своей собственной истории. The Catholic Church, но католическая церковь, in the century before the Reformation, especially, где-то за столетие до начала реформации, особенно, increasingly in need of reform, особенно нуждалась renewal, в обновлении и реформации. And there were many signs at that time that there would that there was resistance to reform and
renewal in the Catholic Church. И по многим признакам было прослеживалось, что было много сопротивления для этого, для этой реформации, для этого обновления в церкви. So in the year 1513, поэтому в 1513 году there was a council called in Rome, был совет собран в Риме, that it was concerned with reform, посвященный теме реформации. But it did nothing. Но этот совет ничего не сделал. It was a failure. And 4 years later, и через 4 года, 1517 год, the beginning of Luther, the protests of Martin Luther. Это как раз время начала протестантизма, время Мартина Лютера, which led to this major split in the Western Church, что произвело большой раскол в Западной Церкви, between Catholic and Protestant, между католиками и протестантами. Now, the Protestant, what happened at the Reformation, что же произошло во время Реформации? There was a different pattern on the European continent from in England. То, что произошло, это было другая схема, она отличалась от того, что было в Англии. On the European continent, на европейском континенте, the Reformation took two main forms. Реформация обрела две основные формы. The Lutheran, лютеранскую, influenced especially by Martin Luther, особенно она была под влиянием Мартина Лютера, the Calvinist, и кальвинистскую, influenced especially by John Calvin, Jean Calvin of Geneva. И влиятельным человеком в этой реформации был Джон Кальвин из Женевы. Actually, Calvin came originally from France. Фактически он родом из Франции. Now, both of Luther and Calvin, обои, и Лютер, и Кальвин, they wanted to reform они the church. Хотели реформировать церковь. And so they used the word reform. Поэтому они использовали слово реформация. And that meant for them a reform of the existing church. Для них это слово означало реформацию существующей церкви. They did not see themselves as beginning a new church. Они не рассматривали себя кем-то таким, кто бы начинал новую церковь. The Catholics said, when they rejected them, you were beginning a new church. Но католики они их отвергли и сказали, вы начинаете новую церковь. The followers of Luther and Calvin, последователи Лютера и Кальвина, did not see themselves as starting a new church. Не рассматривали себя как тех людей, которые начинают новую церковь. They saw themselves as reforming the church. Они видели себя как реформаторов, те, которые реформируют существующую церковь. And so that meant that they. И это означало, что they developed principles for reform, они разработали принципы для реформации, which were based on the scriptures, которые были основаны на писаниях, and they said we need to assess everything in the life of the church in the light of the scriptures. И они сказали, нам нужно изменить в свете писаний то, что в церкви, изменить в свете писаний. And so they examined all the practices. Поэтому они рассмотрели все формы, там разные виды богослужений католиков. And they rejected some. И кое-что из этого отвергли. Because they said these are not biblical. Потому что сказали, это не библейские принципы. They accepted others. Некоторые были приняты. And they modified. Некоторые были изменены. Many practices. Много принципов было изменено. Now, you can see this in how they approached an issue like baptism and an issue like
Eucharist or communion. Интересно заметить, как они относились к крещению и к причастию. So they did they reformed, as they understood it, the existing Catholic rites or ceremonies. Поэтому они реформировали те церемонии, которые были уже в католической церкви. Now here, in fact, the Lutherans, например, вот лютеране, were a bit less radical than были the менее Calvinists. Радикальны, чем кальвинисты. So today, поэтому сегодня лютеране services на своих богослужениях nearer to Catholic, более близки к католикам, than the Reformed or Calvinist services, чем реформированные или кальвинистские служения, богослужения. And also in также the architecture of the churches, в структуре церквей. Now with the reform and renewal of Catholic worship since the Vatican Council in 1960s. Например, если мы возьмем обновленных католиков 1960-х годов, often Lutheran очень часто лютеране service can look very similar to Catholic service. Если мы возьмем, допустим, и сравним богослужения этих католиков и лютеранские богослужения, они очень похожи. Now, when they reformed the church in the light of Scripture as they understood it, когда протестанты, ну, когда эти люди, они обновили свои взгляды в свете Писания, они поняли, что they obviously had key principles in their understanding of Scripture. У них, очевидно, были ключевые принципы в понимании Писания. And this, in fact, represented something new. И фактически это показывало что-то новое в христианских доктринах. Лютеране взяли в основу себе как центральный принцип освящение через веру, оправдание через веру. Это стало центральной доктринальным принципом в тех в тех реформах, которые они осуществили. Кальвинисты верили в оправдание верой, но их не ключевой принцип был Soli Deo Gloria, на латыни звучит «Soli Deo Gloria», что означает alone be the glory. «Одному Богу слава». And so the Calvinists were поэтому кальвинисты focused on the transcendence of God, фокусировались на transcendence, the otherness of God. God is completely other. На святости или отделенности, что Бог абсолютно другой. And on the holiness of God. На святости Божьей. And therefore, for Calvin, the issue of predestination was very important. Поэтому для Кальвина вопрос предназначения, предизбрания был важным. And so the role of the human, поэтому роль человека was in some way в какой-то мере suspect, especially with Calvin, была подвержена сомнению, особенно Кальвином. Now, in England, теперь смотрим, что было в Англии. Another form of Reformation faith emerged. А в Англии появилась еще одна форма реформации веры, которая называется англиканской традицией. And
англиканской. Англиканское христианство, наверное, если сравнить с лютеранской и реформированной кальвинистским движением, то англиканское более распространенное в мире, чем мы. И, скорее всего, это из-за влияния того влияния, которое имела Британская империя. Но англиканская церковь, она не фокусировала или не отделяла себя каким-либо такими, выделяла бы себя какими-либо доктринами, как, например, лютеранское или кальвинистское движение. Англиканская традиция was much more shaped at the beginning by political compromise. Сформировалась вследствие политического компромисса. And so the Anglican tradition always. Поэтому англиканская традиция involved всегда включала некоторые элементы, которые были более похожими на католические, а некоторые элементы, которые были очень сильно протестантские. Поэтому эти два момента, они совмещались в одной и той же церкви. Okay, now, so those were the three main expressions of the Protestant Reformation. Поэтому это было три, эти были три основные вот движения в процессе реформации. Lutheran, Calvinist and Anglican. Лютеранское, кальвинистское и англиканское движение. But there was another grouping at the Reformation in the 16th century. Также в 16 столетии была еще одна группа реформистов. Она очень часто называется радикальные реформисты. Это были люди, которые изначально назывались анабаптистами. И анабаптисты были так называемы, потому что они не принимали баптизм of the other churches. Анабаптистами они так назывались, потому что они не принимали крещение из других церквей. Anabaptist meant rebaptizing or baptizing again. Анабаптист означал это тот человек, который принял крещение заново. Now, the three main Reformation traditions. Три основные реформистские традиции. Were all closely linked with political authority. Все были очень тесно связаны с политической властью. The Anabaptists. Анабаптисты. Refused all connection. Отвергли любую связь. Political power. С политическими силами. Now. In many ways, и во многих, this was the beginning of the free church tradition. Во многих аспектах это было началом свободной церкви. Except that the 16th century Anabaptists, если не брать анабаптистов 16-го столетия, in many ways were very different from later. Если, наоборот, если мы их возьмем и сравним с более поздними протестантами, они отличались. So, they were, for example, one major grouping from например, the Anabaptists. Я вам расскажу, например, была большая группа из анабаптистов, сформировалась, которых начали называть меллониты. Изначально они были против насилия. They were peace church. Это была церковь мира. And their members refused to serve in armies. Ихние члены церкви отказывались служить в армии.
And they had a very strong focus on community life and discipline. И у них очень сильная фокусировка находилась на том, чтобы жить общинной жизнью и жить дисциплинированной жизнью. Now, one reason the Anabaptists remained fairly small. И по одной из причин анабаптисты оставались, анабаптистская церковь оставалась маленькой общиной, потому что их очень сильно притесняли и гонения на них были сильные. Те люди и те группы, которые отказывались от военной службы, очень часто рассматриваются как диссиденты, которые подрывают стабильность общества. Now, it was only in 1612, только в 1612 году, almost a century later, то есть получается столетие спустя, that we get the first groups of the, what today are called Baptists. Появилась первая группа тех людей, которых мы сегодня называем баптисты. Now, obviously, the Baptists in many ways belong to this third group, to this grouping of the free churches. Очевидно, что баптисты, они принадлежат к этой третьей группе свободных церквей. Of radical reformation. Радикального радикальной реформации. They were in some ways less radical. Но в некоторых аспектах они были менее радикальными по сравнению с анабаптистами. So the Baptists did not become peace church. Поэтому баптисты не стали такой мирной церковью, как, например, менониты. And the Baptists began, especially in the English-speaking world. Особенно в англоязычном мире баптисты начали. Okay, now. You see, the big difference between the what you call, may call the mainline Reformation and the radical Reformation. Хорошо. Если мы давайте рассмотрим большую разницу между тем, что мы называем радикальная реформация и реформация основного течения. Was in their approach to the existing church. Эта большая разница была в подходе к существующей церкви. Because the mainline Reformation, Luther, Calvin, etc. Потому что, например, если возьмем лютеранов или кальвинистов, they saw themselves as reforming, они рассматривали себя как тех людей, которые реформируют уже существующую церковь. The Anabaptists, а анабаптисты did not think of themselves as они не видели себя как реформаторов уже существующей церкви. Они ничего не хотели иметь общего с этой церковью. So they saw themselves as building church new. Поэтому они видели, рассматривали себя как тех людей, которые заново строят новую церковь на основании Нового Завета. And this is an important difference. И это важная разница. Now, one of the very surprising things when you look at the Protestant Reformation. Одна из удивительных вещей, если мы посмотрим на процесс реформации. It was 200 years after the Reformation. Заключается в том, что 200 лет после реформации. A missionary movement began. До начала миссионерского движения в протестантских церквях. There were a lot of Catholic missionaries from the 16th century, some even before. Было много католических миссионеров до этого времени. But the first
Protestant missionary. Но первые протестантские миссионеры появились. I think was the one or two in 1706. Я думаю, что было несколько в 1706 году, которые поехали на юг Индии. Но по-настоящему миссионеров начали высылать, начиная с 1720-х годов. That a missionary movement really began. И с того времени по-настоящему началось миссионерское движение. Now, you see, why was this? Почему так произошло? Well, the focus. One reason is the focus of the Reformation. Одна причина была то, что фокус реформации was completely on reform. Был всецело направлен на реформу. And then establishing the reformed churches on this new basis. На организации и рождении новых церквей на основании вот этой реформистской основы. Because they weren't looking out at non-Christians. Поэтому они не смотрели на нехристиан. They were completely focused on the situation. Они полностью фокусировались на ситуацию. The struggle with the Catholics. На ситуацию, которая на католиков, на установки и организации реформ. And the Reformation, the focus was not on personal conversion. At the Reformation, there wasn't the focus, the later evangelical focus on conversion. Если мы возьмем позже, то не было фокуса на евангелизации и на обращении новых людей. Because you see, one of the things that Luther and Calvin wanted to reform, одно из вещей, которые хотел Кальвин и Лютер реформировать, это воспитать новых служителей. One of the big problems of the Catholic Church before the Reformation. Но одной из больших проблем католической церкви до реформации было то, что было много. Ignorant priests. Были священники, которые были не обучены, не образованы, и они были. And so the Lutherans and the Calvinists интересовались этим, поэтому лютеране и кальвинисты поставили большой акцент на образовании, особенно для служителей. So that their ministers, there was, see, the focus was on the preaching of the word. Видите, фокус был на том, чтобы проповедовать Слово. Right, фокус был на правильном понимании Слова Божьего. So поэтому они фокусировались на том, чтобы дать глубокие знания, углубление в Слово Божье и разных языков для будущих проповедников. Because they saw that one of the biggest problems was ignorance of the ministers of the church. Потому что они видели, что одной из основных проблем это было равнодушие служителей, церковных служителей. So this was big focus. Поэтому это было таким вот фокусировкой такой. Was more on that than it was on personal conversion. На это больше даже определялось внимание, чем на личную евангелизацию. So if you put a big emphasis on studying the scriptures. Если вы поставите большой акцент на изучение Писания, some, maybe many, will experience a deeper conversion.
Может быть, многие переживут глубокое изменение, обновление и евангелизацию. Now, however, in the 1600s, the 17th century. Но где-то в 17 столетии. The Protestant churches. Протестантские церкви. Were facing a problem. Столкнулись с проблемой. So of a lack of spiritual life. Недостатка духовной жизни. And of becoming too intellectual. И проблемой в том, что они стали слишком интеллектуальными. You see, because with this focus on education, видите ли, с этим фокусом, акцентом на образовании, you know, even today, this is a consequence of the Reformation. Даже сегодня это мы видим последствия реформации. Every in Germany, в Германии, huge focus on all the ministers being trained in. Having years of study in a university. Огромный фокус в том, что служители учатся в университетах. Они много лет учатся в университетах. And so there was a lot of dry intellectualism 100 years or more after the Reformation. И получается такой сухой интеллектуализм. And this led to new movements developing. И это, конечно же, привело к появлению новых движений. И особенно в лютеранской церкви, например, возьмем. Также в некоторые движения появились реформистской, кальвинистской. Такое движение, как пиетизм, на немецком пиетизмус. And this was a movement in the Lutheran, mostly Lutheran, but also. Это движение было в основном в лютеранской церкви, но также оно присутствовало и в других церквях. Of the formation of groups of believers. Of среди групп разных верующих. And Bible study groups. На церковных группах, на домашних группах, на группах изучения Писания. With spiritual life. И это было связано, движение было связано с духовной жизнью человека. The whole pietist movement was a very important preparation. И вот это движение пиетистов, оно было связано с вообще с духовным движением этого столетия. There was also a movement in England among the Anglicans. В Англии также было такое движение среди англиканских церквей. Puritanism. Но оно называлось пюританство. Пуритане. Some similarity to the pietists on the continent. И пуритане, они имели много общего и похожего с пиетистами, которые находились на континентальной Европе. Became important. Because many of the Puritans. Это стало важным, потому что много пуританов переехали в Северную Америку, эмигрировали в Северную Америку. And so there were these two currents of new spiritual life. Поэтому это было два новых течения в духовной жизни. With an emphasis on personal relationship. С акцентом на личных взаимоотношениях с Богом на дисциплине и личной молитвы а также близком взаимоотношении среди верующих. These prepared the way for what happened in the 1700s. И это все подготовило то, что произошло в 1700-х годах. Now, in the 1720s and 1730s. Теперь посмотрим в 1720-х и 1730-х годах. There were very important developments. Были очень важные
события. Много историков рассматривают это время как начало евангелического христианства, именно в той форме, в которой мы знаем его сегодня. И начиная с того времени, фокусировка идет на пробуждение. Is the moment when Protestant missionary work began. И начинается момент, когда появляется работа миссионеров. Now, how did this begin? Давайте посмотрим, как это все началось. Well, one very important influence was John Wesley in England. Джон Уэсли повлиял очень сильно. Он жил в Западной Англии. And he began a movement of the people who became known as Methodists. Он начал движение людей, которые впоследствии мы знаем как методистов. And Wesley was a preacher who had a huge impact on the crowds. Был человеком, который имел сильнейшее влияние на народ, на толпы народа он мог собирать. Вместе с ним еще один проповедник, из Англии, которого зовут Джон Уитфилд. Они начали проповедовать. Again, here we find something really new. И вот мы видим что-то новенькое. Because they began preaching in the open air. А новенькое заключалось в том, что они начали проповедовать на открытом воздухе, на улицах. And huge crowds went to hear them. И огромнейшие толпы начали собираться, чтобы прийти их слушать. Это происходило в Англии. Это происходило в Северной Америке. You see, this is where you get the beginning of revivals. И видите, вот здесь начинаются начало пробуждений. Because their preaching was focused on people coming to personal conversion. Потому что они проповедовали о том, что человеку необходимо личное изменение. Focused on a deep repentance for sin. Они фокусировку свою ставили на глубоком покаянии в грехе. Now, when you only preach in church buildings, когда вы только проповедуете в зданиях церковных, you're only reaching people who belong to that church. Вы достигаете тех людей, которые уже принадлежат определенной церковной традиции. When you preach in the open air, но когда вы проповедуете на открытом воздухе, любой человек, всякий может прийти. And so this was the beginning. Point where you begin to get. И это было начальной точкой. Christians from different groups. Когда начали собираться различные христиане из разных групп слушать, они приходили, собирались вместе, чтобы послушать проповедника. But also because they had huge crowds in the open air. Но также из-за того, что собирались огромные толпы. Wesley often preached to crowds of 10,000 or 20,000. Бывало такое часто, что Уэсли собирал 10,000, 20,000. How did he do this without a microphone? Интересно, как это у него получалось без микрофона? Я не знаю. And Wesley most of his life preached 5 times a day. Уэсли большинство в своей жизни, большую часть своей жизни проповедовал, бывало, по 5 раз в день. И часто начинал с 5 часов утра. Because he wanted to reach the workers before they went to work. Потому что он хотел еще проповедовать тем людям, которые только еще встали, чтобы идти на работу. And so Wesley really reached a lot of the poorest
people who had the most difficult lives. Поэтому Весли смог достигнуть самых бедных людей, которых была тяжелая жизнь. Now, at the same time, в то же время, you have the story of the Moravians. Мы читаем в истории историю о моравских братьях. You see, there were in the area of present-day Czech Republic. Это территория современной Чешской Республики. And it has two provinces, Bohemia and Moravia. Там есть две провинции, Бохемия и Моравия. And here there was a movement around the year 1400 before the Reformation. Здесь это движение началось примерно за 400 лет до этой реформации, которую мы рассмотрели. With a man called Jan Hus. И это движение, оно ассоциируется у нас с человеком, которого звали Иоанн Гус. Translations of the Bible. И он также причастен к ранним переводам Библии. Reform. И мы его знаем как реформиста. And for more biblical preaching. И также и знаем его за его более библейской проповеди. There was a whole movement of people who followed Hus. Образовалось целое движение людей, которые следовали Гусу. And they were eventually они в конце концов they were persecuted by the также преследовались католическими правителями. And in 1722, и в 1722 году a group of Moravians, группа моравских братьев trying to escape persecution, попыталась избежать гонений. Found refuge in Germany, они побежали в Германию, where they were welcomed, где их с радостью приняли, by a local lord, где их с радостью принял местный лорд, von Zinzendorf, которого звали Николас Зинзендорф. And he gave them land, он дал им земли, where they built their own village, где они смогли построить свое собственное поселение. And they called this place Herrnhut. И этот город назвался Herrnhut. And this became the center of the Moravian movement. Вот так образовался центр моравских братьев, и это вот это движение существует до сегодняшних дней. But there was a remarkable outpouring of the Holy Spirit at Herrnhut. И в этом городе было знаменательное излияние Духа Святого в 1727 году. And that led to them sending out missionaries. И это излияние Духа Святого, вот эти события, они произвели то, что из этого города много миссионеров поехало в разные направления. And there was some interaction between the Moravians and Wesley. Также происходил определенный диалог между моравскими братьями и Уэсли. In fact, Wesley had some differences with the Moravians. Фактически, ну, если так брать, то у Уэсли были разногласия с моравскими братьями. But these were two important developments that were similar in some ways. Но эти два аспекта, они были похожи. Which led to the beginnings of the Protestant missionary movement. Нет, эти два движения, Весли и моравские братья, они также положили начало протестантскому движению. Now, this is the beginnings, I think, of и это начало, я думаю, an evangelical kind of pattern of faith. Я думаю, это начало евангельской схемы вероисповедания или веры. That saw itself as
a fruit of the Protestant Reformation, которое мы рассматриваем как плод протестантской реформации, but which in some ways had new elements. Но евангельское движение веры, оно в некоторых новые элементы имело, в некоторых аспектах. I've mentioned open-air preaching as a new element. Например, как проповедь на открытом воздухе. I've mentioned the missionary work as new element. Как миссионерская работа, также новый элемент. These expressed a whole new confidence. И это дало новую надежду, уверенность. And you see, the Pietists and the Puritans. Видите ли, пиетисты и пуритане. In some way prepared the way for these developments. Они в какой-то мере подготовили почву для этих событий. They were rather introverted. Они были более как интроверты. Они фокусировались на being right before God. В том, чтобы быть в правильном положении перед Богом. Огромнейшее, ну вот просто учение о more with the evangelical, was new with the evangelical. Учение об удостоверении, о спасении, уверенности в спасении пришло с евангельскими верующими уже. And so it's at this point that you get a very dynamic movement. В этой точке истории мы видим динамическое движение, которое направлено на достижение. Having a big impact. И на то, чтобы иметь сильное влияние. Now, with this new development from, it's coming from Moravians. Начиная от моравских братьев. Coming from Wesley. Продолжая Уэсли. Whitfieldом. Others in America. И другими проповедниками в Америке. Jonathan Edwards и другие. This is where you get the experience of revivals. Здесь мы видим опыт пробуждения, видим язык пробуждения. And so it's a characteristic of evangelical Christianity. Это уже характеристики евангельского христианства. Pray for revival. Молиться о пробуждении. Now, what is meant by revival? Что же мы имеем в виду, когда говорим пробуждение? It's a bit different from what I was saying about renewal. Это слово, оно означает нечто другое, оно отличается, чем обновление. Я уже говорил об обновлении. It's not opposed to it. Это не слово не противостоит обновлению. Пробуждение не противостоит обновлению. I think this week we need both. Я позже еще раз замечу о том, что нам необходимо и то, и другое. Когда я говорю пробуждение, что пробуждение, оно не то же самое, что обновление, я не имею в виду, что одно правильно, а другое нет. Я имею в виду то, что и то, и другое, оно имеет дело с работой Духа Святого. But revival focuses on personal conversion. Но пробуждение, оно сфокусировано на личном обращении к Господу. Personal confession of sin. Личном исповедании грехов. On a personal knowledge of Jesus. На личном знании, познании Иисуса Христа как Господа. And from that, the priority of evangelism. И с этой позиции приоритет евангелизма или проповеди Евангелия. So it's a mark of evangelical faith.
является приоритетом. И это как знак, печать евангельской веры. Что важнейшее, первый приоритет — это евангелизм, проповедь Евангелия. И есть уверенность, что это происходит в большом масштабе. Когда евангельские верующие говорят о пробуждении, они не имеют в виду несколько людей, там, несколько людей, которые там получают обращение к Господу, но обычно это имеется в виду о тысячах, о большом количестве людей, которые обращаются к Господу. Поэтому, начиная с того времени, мы видим разные события, разные места, где целые регионы, регионы, которые которые, да, имели посещение Божье с тысячами людьми, были приведены к вере, к живому Богу. Но фокус все же остается на личном обращении к Господу каждого человека. Но это все происходит в большом масштабе. Поэтому вот как народы будут находиться под влиянием пробуждения. И в этой традиции меньше фокус, меньше фокусировка идет на церковь. Поэтому вот в чем различие, разница между пробуждением и реформой или обновлением. Реформация. И также есть разница еще с восстановлением. Мы еще восстановление не рассмотрели. Есть у кого-либо вопросы? Кто эти термины разработал? Там пробуждение, восстановление? Who made up these terms? Revival and reformation and renewal and restoration. Who made up these terms? Well, they weren't the work of one person. Ну, это не было работой одного человека. People begin using these terms. Люди начали использовать эти термины. You find some terms get more widely accepted. Более широко принимаются. Because people feel this expresses. This term expresses better. Потому что люди ощущают, что вот этот термин, он лучше говорит о том, что мы хотим сказать. Но язык пробуждения использовался уже начиная с примерно с 1700-х годов. Видите ли, язык пробуждения не использовался в Средневековье, например. Термин обновления, он немного позже пришел. You can see that what it is describing was happening earlier. Но если мы вообще так посмотрим, то то, что термин описывает, оно уже происходило раньше, до появления этого термина. When another word is used, когда появляется новое слово, it doesn't mean that what it's describing only began. Это не означает, что то, что оно описывает, оно вот сейчас началось, когда это слово появилось. Поэтому Франциск Ассизский не использовал, например, термин обновления. Но я думаю, что он именно этим и занимался.
Now the word reform, however, was слово реформация было ключевым словом у Лютера и Кальвина. But they were not the first people to use it. Но они не были первыми людьми, которые использовали это слово. Because people had been calling for reform for quite a time. А потому что люди уже называли некоторое время уже называли реформацию словом реформация. And the Protestant Reformation was successful. Протестантская реформация была успешной. In getting established widely. И начала широко распространяться. Because that people have been wanting reform for so long. Потому что люди жаждали реформации, реформу. It never really happened. Долгое время и никаких реформ не происходило. You know, because you see this in history. Видите, это в истории. Something builds up in nations. Что-то в народе, в обществе, оно как нарастает, нарастает. And then there's a time. И потом приходит время, когда что-то происходит. And it's the right time for this change to really take place. И как раз это именно время для того, чтобы произошли изменения. Ну, это протестанты пользуются вот этим термином пробуждения, а как католики называют это явление? Okay, the Protestants believers use the term revival, but what do Catholic believers use for this word? Well, Catholic, you see, Catholics are more and less focused on the individual person. Видите ли, католики они менее сфокусированы на личном, на личности. So in some way, the terminology, the words that are used. Поэтому терминологии слов, которых они используют. They have a whole theological and church background. Есть целая теологическая церковная предыстория, фон. But now that you see the period of the 18th, 19th centuries, the Protestant revivals. Период 18-19 столетия протестантских пробуждений в различных местах. And there's a Catholic historian in the United States. Есть некий католический историк, который описывает вот эти события. Who in his studies noticed parallels between some of the great Catholic preachers. Изучая эти пробуждения, он приводит параллели католических священников. And some of the great Protestant preachers. You notice similarities between он приводит параллели и описывает схожести между католическими проповедниками, то, что происходило, и пробуждениями проповедников в Соединенных Штатах и Европе 19 столетия. И в чем смысл, что разный подход мышления. They were both focused on people being really changed. Но by the Lord. Но главное оставалось одним, то, что люди изменяются Господом. And so this man. И этот человек написал книгу, которая называется «Пробуждение, католическое пробуждение». Which is a study of these Catholic preachers of the 19th century. Что фактически является изучением католических проповедников и пробуждения 19-го столетия. But, you know, because. Но знаете, потому что. He did that because he wanted to show the similarities. Но он это сделал из-за того, что он хотел показать схожести между протестантскими проповедями и. But revival. Католическими. Да. Revival wasn't the term the Catholics used. Но католики не используют термин пробуждение. Okay.